Дорогие зрители, и мы сегодня будем снимать видео про лук. Ну, типа, мы будем есть лук и притом не заправлять водой и хлебом. Если мы укусим либо хлеб, либо воду выпьем, ставьте пальчики вниз, дизлайк. А на сегодня мы будем на моем канале Дюко Паша. Я Паша, а это моя сестра Полина. Ну, приступим. Сейчас будет есть Полина. Мы ей дадим, и притом она не должна помнить. Она никогда не ела лук, и у нее уже слезы потекли. Ну, давайте далее. Теперь я. Я уже хлеб съем пока. Ради пальчика вверх мы всегда готовы на все. Ну, теперь моя сестра пробует. И теперь я. Если вы не видите, вот можете посмотреть лук. Полматый. Если бы вы сейчас попробовали, вы сами бы поняли, что это лук. Теперь моя сестра. Надо водичку. И теперь я. Теперь моя сестра. Ей это не пришлось бы делать, если бы она не услышала про мой канал Дюко Паша Павел. Ну все, теперь я. Ой, упала, простите. Теперь моя сестра. Теперь я. Моя сестра. Водичку пей. Нельзя. Ну и последний кусок мне. На этом все. Пока.